что все желающие общения зашли. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисуще во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисуще во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисуще во гробе живо даровал. Господи, милостью будь нам грешным, благослови наше собрание. Дай нам ревности служения по слову Твоему святому, Господи. И что мы слышали в проповеди, Господи, дай принять нам это повседневному действию нашему. Господи, да будет преизобильно Слово Твое у нас воплощаемо и в проповеди людям, не знающим Твоей истины. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда, во веки веков. Аминь. Во время службы не прочитали, но сейчас прочитаем Деяния апостолов, 16 глава, с 16 по 34 стихи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом, и за нами она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали сии люди, будучи иудеями, возмущают нас город, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Так, толкование Феофилакта Болгарского. Что это за демон? Называют его по месту богом Пифоном. Богом с маленькой буквой, конечно. Он хотел ввести апостола в искушение. Иначе это та женщина Пифия, о которой говорят, что она садилась на треножник Аполлона, раздвинув ноги, и что злой дух, поднимаясь из углубления, находившегося под треножником, проникал в нее и приводил ее в исступление. Тогда она приходила в бешенство, испускала изо рта пену и в состоянии такого исступления произносила бессвязные слова: «О дух нечистый! Если ты знаешь, что они возвещают путь спасения, то почему не удаляешься их?» Быв возбужден и взволнован, Павел заградил ей уста, хотя она говорила и истину. Он научает нас не допускать в себя демонов, хотя бы они принимали вид, что защищают истину, но преграждать им всякий повод к соблазну и не слушать ничего, что он говорит. Если бы Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то последний обольстил бы многих из неверующих. Поэтому Павел на первый раз только не принял, а отверг его свидетельство, не желая увеличивать числа своих знамений. Но когда дух упорствовал, тогда Павел повелел ему выйти из отроковицы. Итак, дух действовал коварно, Павел же разумно.
Везде виною зла деньги. В видах обогащения господа отроковицы желали, чтобы она одержима была бесом. Посмотри, они и демона не хотят знать, но поглощены одной своей страстью, сребролюбием. Демон говорил, что они возвещают нам путь спасения, а господа отроковицы говорят, что они завещевают обычаи, которых не следует принимать. Далее. Стихи 22-34. Народ же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, и ноги же их забил колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились те двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот же час, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, перейдя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Толкование. Творить чудеса и учить было делом Павла, а в опасностях принимал участие с ним и Сила. Прими к сведению, что и демоны знают о том, что распятый Иисус есть Вышний Бог, а Павел – раб Его, что сам он утверждал, говоря: «Павел – раб Иисус Христов». Римлянам 1.1. Темничный сторож пробудился, и отворились двери, так что случившееся изумило его. Но узники не видели этого, иначе все они бежали бы. А чтобы сторожу не показалось, что это случилось само собой, последовало вслед за землетрясением и то, что двери отворились, свидетельствуя ему о необычайности этого явления. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Толкование. «И в темнице, не дав себе покоя, Павел, и тут он привлек к себе темничного стража и совершил это прекрасное пленение. Страж омыл раны, а сам омыт был от грехов, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога, хотя и ничего не получил, кроме благих слов и благих надежд». Ремарки Игнатия Тихоновича. Учить было делом Павла. Что же сегодня является общим делом церкви и особенно священнослужителей? Люди знают слово «литургия», но помнят ли они, что литургия означает «общее дело», и что этим словом пользовались при кораблестроении? Корабль одному не построить. И как удачно святые отцы воспользовались этим известным для поморских жителей словом: «Жизнь наша есть море, церковь – корабль, а дело, и притом общее дело – это созидание святых, наполнение церкви корабля, а это возможно только через проповедь. Вся жизнь наша должна быть новой литургией, живой проповедью о воскресшем Христе, словом о самой жизни». Павел был кормчим, учить было делом Павла. В этом кораблестроении, начиная со Христа, должны участвовать все, то есть быть благовестниками любви Божией и учить не знающих о спасении, свидетельствовать
людям о пролитой Христом крови. Это должно быть делом каждого христианина. Богу нашему слава во веки. Аминь. Ну, а болящих мы, кого нам подали, сказали, напомянули. Людмила Степановна, да? А кого? Людмила Янчук, конечно, да. Помните, что она хворает, серьезно хворает, и предстоит ей оперативное лечение. Пожалуйста, потише, давайте послушаем. Завтра госпитализируют ее в краевую больницу, так что молитесь. Роди Людмиле. В кого пока там разбирали харчи? Слушай. Так, еще кто, кого мы не поняли? Любовь Петровна. Так, сегодня по минуту надо рейсу. Подождите минуточку, Любовь Петровна. Присядьте, пожалуйста. А Любовь Петровна нету, Алевтина Петровна уже ушла? Нет, вот. Что Любовь Петровна как-то? Любовь Петровна? Да. Ну, она в своем состоянии, по дому она ходит. Угу. А Ольга? Дальше нет. Ольга приехала, ничем ей не помогли. Не смогли. Выписали ее домой. Кто у нас? Антонина? Христиановна. Дома? Валентина вернулась из поездки, благодарила, я писала. Благодарить всех за молитву. Все благополучно она съездила. Машенька. Ну да, Валентина Алексеевна Машенькова. Никита тоже вернулся из командировки. Все благополучно. Спасибо Христос за молитву. Сын Машенькова. Да, Никита, сын. Да. Татьяна Кузьминич. Татьяна Кузьминич, что говорит? Неизвестно? Нет. Она у... Что? Она у... Нина Александровна? Да. Понятно. В гостях? В гостях. Понятно. Так, еще что? Что, кого не помянули мы из болящих? Но не забывайте Алексея Семеновича Сиськова. Он постоянно болен. Там уже это нет живого... Наверное, нет такого места, где бы его не резали, не оперировали. И причем неоднократно. На одном тазобедренном суставе уже четвертый раз его оперировали. Ходит, ходит вообще. Ну ходит, да, то есть ходит. По дому, да? Ну да. Нет, ну он не только по дому, он там через силу работает, занимается на велотренажере, там неугомонный. Чтобы кто-то его навестил. Пример. Так, еще кто, кого бы не помянули болящих. Давайте вспоминайте, кто рядом, кто. Очеревина спящая Дарья, тоже не забывайте. Дарящая. Это угу. Такое состояние, но я вот мама четверых детей, прям прошу, молитесь о ней. Тем более, что у нее маленький ребенок, там перерыв между детьми маленький, небольшой. Ну, помоги, Господи, и да. Это легко, поверьте. Это тяжелое Маргарита, дело. Маргарита. Помоги, Господи. Ну вот и молитесь о сестре Елене, которая... Сподобилось побывать в ДТП неожиданно. Господь посетил. Да, Господь посетил, чтобы ей все это как необходимо, чтобы выпало, выплатили для того, чтобы отремонтировать этот весь урон. Так, ну а наших братья и сестры Михаиле и Елене тоже не забывайте молиться, и у кого есть возможность какую-то финансовую помощь оказать, потому что люди совершенно без средств существования приехали сюда. Как они там проживают, одному Богу только известно. Пока нет ни пенсии, ни у того, ни пенсии, ни у того, ни другого, и работы нету. Елена писала, благодарила, кто там все перечислял, тайные благодетели, и она всех благодарила. Сообществе за помощь, которую им оказывают, прежде всего молитвенную, ну и финансовую, кто им скидывал, всех благодарит. Хоть немного, да, и братья и сестры, давайте поможем, но хоть немного. Представьте, нет совсем никаких средств для существования. Интернет община тоже подсуетились, молодцы. Сестричество. Ну и слава Богу, да, и братьям и сестрам интернет-сообщество тоже
благодарность за это участие. Их много, больше, чем нас, они вообще молодцы. Что говорить? А как с документами, все там? Она будет подавать в суд. Отказали ей. Отказали? В Казахстане отказали, да. Нет, не в Казахстане, здесь отказали в этом суде принять те документы, которые... Из Казахстана. Из Казахстана, да. Что они их примут только по решению суда. Поэтому ей придется чтобы подавать суд. Еще человек работал. Угу. Я там тоже. Ну, она как раз говорит, к осени, если все совпадет, ей недостающий стаж она сейчас по уходу за бабушкой получит. Вот она сейчас, за которую ухаживает, ей оформляют. Она говорит, дай Господи, чтобы эта бабушка дожила до осени, чтобы, потому что она ее с трудом нашла. Все бабушки разобраны, как правило, по этому вопросу. Вот. И... Ну, бабушка очень там пожила, то ли 80, то ли 90 лет. 90. 90, да, сейчас за 90. Прям такая пожила и говорит, чтобы она дожила, чтобы мне эти месяцы добрать. И если еще вот будет решение суда, тогда все ей назначат. Ну, дай бог бабушке прожить еще и до зимы. На пенсионный живешь. Ну, через пенсионный фонд по уходу за пожилым идет стаж. Сейчас идет стаж. Вообще странно, конечно, там где-то в Германии так. Стаж, который был здесь у них наработан, в Казахстане, где угодно, они уехали в Германию, получают пенсию. А у нас это прям... Я заметила, стараются вообще не давать, не принимать ничего. Вон Игорь сколько мучился с пенсией с этой. Как в Советском Союзе у нас работали, в Казахстане судов. Даже. Кассационный. Три женщины судьи. Засчитали тот магаданский стаж, да? Зачитали. Единственное, что они вот прям полностью зачитали, это мое сочинение о моей работе, которое брат Севастьян прям меня уговорил написать. Я говорю, да ты смеешься, говорю, что ли? Говорю, что, как я напишу в своей работе? Пиши, говорит, вот я тебе точно говорю. Я написал там на четырех листах где-то. Получилось. И они все полностью зачитали по каждой моей работе, где я работал, какая, ну, чем я занимался. И я прям расписал, что я делал, как, для чего это нужно, почему я хороший. Тут, говорит, никто не понимает, кто такой идеолог. Они вообще о другом будут думать, когда будут судить. Поэтому лучше. И они с таким удовольствием прочитали, что есть люди, которые трудятся. В таких условиях еще. На золоте, золото добывает. Им особенно, наверное, это понравилось. Ну, наверное, потому что это для себя. Нет, там все. Они очень честные, видно, что такие серьезные. Седьмой суд только. И я говорю, брат Севастьян, ну еще восьмой будет, наверное, какой-то. Он говорит, нет, уже невозможно. Это если, говорит, они подадут, только верховную. Ну, говорит, там, говорит, конечно, такое рассматривать не будут, понятно, что-то. Потом не теми чернилами подпись поставлена там в кадрах. Не такой, не нравится им штемпель там. И сразу убирают 3 года, 6 лет убирают работы, как будто я никогда... Придираются ко всему. Не, вот, ко всему придираются. Мы также материнский капитал ходили с Полей, мы настолько измучились. Вот Барнаул не написали Алтайского края. Все, дали документ, все. Мы ходили сколько месяцев, вот из-за каждого ни таким цветом, ни такая печать, да. Барнаул в Америке. Есть Барнаул в Курганской области. Барнаул, Лена, много надо писать, не помню, какой Барнаул. Виктор Андреевич, можно я, так как нам доверили. Ну, вот гостинцы вот эти вот, 23 мая будет 40 дней, как отошла. К Господу, сестра наша Раиса. Раиса Николаевна Блинникова. Да, вот он. Ее дочь очень сильно понимает, что значит для нее община. Говорит, община это было для нее все, это ее жизнь была. То есть не так, как она, ну, видать, она ее постоянно рассказывала о Христе, хотела, чтобы она была верующей. Но, к сожалению, вот эта вера. И дочь, она не ходит в храм. Вот мы с ней договорились, я говорю, вам же мама своим примером показала, вы же видите, как она отошла. Не ругалась, никаких с ней не было, ну, и тем более полностью слепая. Она говорит, я, конечно, все это вижу. Я говорю, надо ходить вам в храм.
идти в храм просто через себя и читайте Слово Божие. Ну, поговорили. Вот, и она попросила, чтобы переслала деньги специально. И вот мы стараемся, чтобы все помянули ее, вспомнили. Тем более 40 дней, на 40 дней Господь показывает райские уже кущи, и в хранилище душа идет Господня. И теперь там дальше... Дай Бог, чтобы она упокоилась в обителях. Да. Мы это понимаем, видим, как человек жил. Ну, знаете, она благовествовала, сколько могла. Потом потеряла зрение. Она активно была на занятиях. Она в лагерь приезжала. Можно я вспомнить? Давай, конечно. Я поехала однажды в лагерь помочь и поехала с маленькой Ливией. Она помогала, водилась с Ливией. Пока я могла там, где в огороде. А у тебя тяжело было? Конечно. Там надо было готовить, да? Да там все надо было. Человек говорит, не знаешь, что в лагере надо. И стирачки, да? Ты жнец, и певец. На дуде и грец. Вот. А я с маленькой Ливией, было 11 месяцев Ливии тогда. Да. И Бабарай тоже приехала туда, и вот она с ней возякалась. Кто-то даже обиделся, что ты мало дочке времени уделяешь. Ну, и такое было. А были сестры, вот так вот оказывается. Кто-то помогал, кто-то сочинял, кто чем занимался. Это, наверное, был, я тоже вспомню, простите, где-то, наверное, 99-й год или 2000-й, сейчас точно не помню. Батюшка зашел к нам так же, как обычно мы все сидим. Много было людей. И он зашел, и он такой прям раз, и такой: о, батюшка, что с вами? Он: да я как посмотрю на сестер, вы же как начнете отходить ко Господу, это же мне сколько отпевать-то вас надо будет. И вот сейчас мы видим, выросли уже дети, а многих у нас действительно сестер нету, отходят. Раиса Николаевна одна из них. Ну, правда, она в Москву была забрана дочкой, там 2 года она почти-то была. Хотела здесь остаться, просила меня, умоляла меня: забери меня к себе. И мы с Верой даже беседу вели неоднократно. Она говорит: ну почему она так? Я говорю: все это нормально. Это, она просто хочет духовной жизни, что она будет здесь на проповедях, и на Тихоныч проповеди, говорит, тут занятия идут и так далее. То есть она хочет участвовать, не видит ничего и хочет, чтобы жизнь продолжалась. Поэтому у вас же этого ничего не будет. Она: ну да, скорее всего, не будет. Ну так и было, не было. Один раз там, по-моему, Лидуа она ее сводила. Так тосковала. Да, она хотела в храм ходить. Ну хорошо, что братья еще там несколько раз хоть посетили ее. Да, два или три раза, сейчас не помню, они в храм не ходили. Ну так. Она молилась до конца, поэтому что? Теперь будет годовщина. Будем год ждать. Сестру нашу. Еще у кого есть слово? Все? Геннадий, решаем. Я начну с вопроса врачам. Аппендикс для чего у человека? Это один из органов иммунной системы. Именно. Поясните, чтобы понимали все. Если его не было бы, лучше было или хуже? Ну, я отвечу вопросом, на ваш вопрос вопросом. А создал ли Бог что-то лишнее в человеке? Не лишнее, так режут-то, сколько режут-то? Мне операцию делали. И кроме операции ничего, никакой части, ничего от него нет. Вот у нас мусор весь, волосинки какие-то попали, меня привезли в больницу, сделали операцию. Что я делал? Там не только волосинки, там можно... Это ситуация разная бывает. Но Господь избрал такое вот. Ну что? Ну, это не лишний инструмент в организме человека. В нем есть лимфоидная ткань, которая есть в органах слюны, то есть лимфоидная ткань, лимфоузлы, шейные, другие, по всем внутренние, поверхностные лимфоузлы. Это общая селезенка, это все общая лимфоидная ткань. Она в иммунной системе. То есть это все... способствует борьбе с инфекцией. Ну как считаете, в Америке медицина лучше или хуже нашей? Во всяком случае, когда это было в Советском Союзе, то я бы не сказал, что наша медицина была хуже. Речь вот в чем. Принято решение было. Ребенок еще в роддоме, и сразу делать операцию ему. Это давно было известно, делали, да.
Это решение принимали не просто так, а на самом высоком уровне. Сам себе врач не делает это. Нет, это... Сейчас, я вам скажу, сейчас делают почти поголовно. У детей чуть там заболело горло, сразу удаляют миндалины. И что это? Это открытое, это одно из первых барьер, один из первых барьеров в защите организма от инфекции. Это я скажу только, не о теле я говорю. Когда делали эту операцию, больше операций не было, и не нуждается в них никто. Но вот им исполнилось 16 лет, и волной пошло, дети бегут из дома. Сразу стали замечать, кого делали операцию, а там сколько, 5 раз бежали. Какая связь? Я не говорю не о теле, что там органы, все правильно говоришь, но речь идет о другом. Вот я нахожусь... Видите, я дополню. Я знаю, что вот, чтобы поступить в БЮИ, ну, Барнаульский юридический институт. Девушка у нас, нашей санитарки, дочка, она вот только туда буду поступать и все. Она ее говорит, да ты что, зачем тебе это нужно? Но кроме того, что это не ее дело, там военизированное все это, естественно. У них там такая установка. Если есть небные миндалины, не принимаем. Что? Да. Значит, связь какая-то. Нужно нёбные миндалины удалить. В смысле, воспалённые нёбными или вообще? Вообще. Здоровые? Да, здоровые. Первый раз такой зашёл. Я дальше хочу продлить. Вот в лагере, там бывает охранец, а она не касается их. Выше, на вышке отстояла, а потом бывают такие, которые ведут что-то, потому что малолеткам надо преподавать и прочее. Ну и... А бывает, сидят женский лагерь, весь из женщин, рожает, а детей-то никуда, а есть бездетные, стали усыновлять. И ребятишки хорошие по всем, говорит, параметрам, но как только к 16 годам бегут из дома, они ничего не говорят, не могут. Учился нормально, там одни пятерки, родители эти, не знают, что-то не родители-то, почитают, почему? Дальше вопрос. Я пока только вопросы поставлю. Фараон держит рабов. Ну а люди-то плодятся, абортов-то нету. Менделеев Дмитрий Иванович был не 17-м, 18-м ребенком в семье. 18. Надежда Васильевна преподавала, у них там баптистская семья была, 18 детей. 18 живых. Вот одна жена? Да. Да. И один работал, плохая власть была, один работал. И все учились. Значит, какие же они заработки-то имели-то? Я дальше хочу сказать. Бывает, ошибается, бывает и врач. Знакомый, близкий был, жену лечили, а когда умерла, там 30 с чем-то лет было, вскрыли, лечили совершенно от другой болезни. Ну, ошибки бывают. В Греции было так, врач был и глазной. Если глаз вытекал, его тут же казнили. И поэтому на эту должность сильно не рвались. Я все подбираюсь к одному. Увидели кто? Фильм такой «Президент и его внучка». Олег Табаков играет. Но он играет так, видно, что Ельцина-то. И по форме, и все. Детей нету. Детей. Родился ребенок и умер. А он еще пришел, пистолет разбирает, коротко сказать так это. Дочь родит, чтобы если еще сделаешь, а сам разбирает пистолет, который врач вот так. Ну и он умер, ребенок-то. Ну, врачихи говорит, а что теперь делать-то? Вот стоит прямо где-то. А у нас одна двойняшек родила, говорит. Да одного ребенка дают. И вот так сказали, дочка родилась, и дочку это отдали ему. И дальше, как это все будет развиваться? Она ему кто? Да никто. Я считал про таких в одном городе. Это сестер зависело, рожали. А они подменили детей. Выпало или что там, я не знаю, как-то помещают, кому отдавать. Она его кормит, мать его не знает, встреча... Ну, на другой день. Через 30 лет только разобрались. И теперь состоится встреча родителей и детей. И дети увидели впервые родителей, а родители детей. И тогда стали расспрашивать. Ну, а что-то было заметно? Было, говорит, очень сильно заметно. Но мы не могли ни объяснить ничего. Верующая семья, в семье ребятишек много. И один вот этот вот, который был, он не отличается, белая кожа, все у него одинаковое, на нас не похоже. У нас таких нет, а он кучерявый такой. В кого он такой? Ни дед, ни бабка такие не были. Они сколько раз рассуждали. А в другой семье этот, а кем он, чем он занимается? Торговля.
А ты говоришь, а мы врачи были, все пойдут это, ну, так уже, как принято у нас, говорит. У него любое дело, что бы ни начало, только выгоду. Работать не хочет, а ему все торговать надо. Он чужой в этой семье. И его нельзя никак приучить к этому. Я говорю, это не случайно, я в жизни встречал по таких людей. И ничего нельзя сделать, он ни на родство не смотрит, ничего, что угодно сделает, у него, чтобы прибыток был. А работа сам никак не хочет. Дети все работящие, кроме одного. Как это может быть? Ну там же воспитание другое. Ничего не сделать. Воспитание воспитанием, а вот это заложено. Это один вопрос для размышления. Второе. Дина. У нас на этой неделе, если Господь позволит, будет разговор вести с типографией, которую мы готовим. Четыре тома, четырехтомник называется. Трехтомник вот лежит. Называется «Проповедь в стихах». Проповеди в стихах никогда, нигде не было. А это ни худо, ни бедно. Четыре тома, в каждый том 802 страницы. Всего стихотворений, сколько я тут уже могу даже прочитать. Вот. Что же я это так положил, чтобы видно было-то. 3398. Когда все это сделали, вот это стихотворение туда тоже приложили, это не знаете, чтобы заодно его протащить. А их у меня было 3467. 69 стихотворений исчезли. Это день назад было. Позавчера, ну, в ночь определили, посчитали. Там Вячеслав все это на каждый том, где 69. А где они могут быть? Не знаю, я письма писал иногда в стихотворной форме. Ну, такое есть. 69. Утро наступает. Я теперь пытаюсь припомнить, где нету. Все, что было, я подскреб. И тем более все стихотворения одним файлом будут легко искать. И что случилось? Я поневоле помолился. Я к чему подвожу, что Бог живой. Он слышит. Ну а где он покажет, когда нету? Не знаю. Вот сестра сидит, она занимается рассылкой, кто заказывает. И там разобрала все, и вот этой книжки нету. Симфонии по житиям. Она положила последнее. А я взял там на бумаге, мне написано, где какие книги. Там в комнате у детей, женщины раздеваются туда. Это там, где раздеваются. Как заходишь, где холодильник стоит-то. Пошли туда искать. Нету. Я говорю, не пойдет. Вот ящики стоят, вон они, пустые ящики стоят большие. Снимайте. Брат Сергей Павлович помогает. Снимаем. Тащим сюда, и сегодня я их начинаю разбирать. А вчера еще один ящик, и который разобрали, там наши книги лежат, и еще кое-что, уже запылилось, а там, ну, не меньше 20 лет, наверное, лежали они, эти книги. И сверху лежит письмо лично Игнатию Тихоновичу. Если бы тот не заказал, а она не послала, я бы не увидел, не стал искать, этот ящик бы, ну, нету, нету, ушел, достал, и найти, убрать ящики, за ними, может, где-то есть. А это прямо в ящике веревкой завязано. И это человек, близкий мне, которому я писал письма, отсылали где-то. Я не стал смотреть, пришел дома, стал смотреть стихи. Стихи мне нужны, я молюсь, и такой круг Бог сделал на следующий день. Ну, 20 лет не искал и не знал, если получил бы, я не знал. Теперь за ночь сегодня я перемолотил их. Договорился с Сергеем Павловичем, чтобы он помог мне сегодня. Получается, 69 стихотворений нету. А здесь 26 нашлись стихотворений. Я теперь их заряжаю туда, в эту книгу, в общий, который... И получилось 16, вообще нигде не встречается. Мне надо их перепечатать. 10, которые были повторно, я нашел их в книгах. Результат. Бог живой, Бог слышит. Аллилуйя. Я в прошлый раз про голубей как рассказывал. Итак, сегодня, если сестры, тут у братьев того только сидят, и братья, не забудете, помолитесь. Завтра я иду в одно место, где спонсор все время нам помогал. Это чудо Божье. Попутно расскажу, как это было. Вам это сгодится, когда меня не будет. Я каждый год перед тем, как лагерь открывать, я ездил, ну, знакомые есть, где-то полмешка муки дадут, где-то там соли пачку, где-то там бутылки молока, бутылки две. И вот однажды я сижу в приемной у Пальталлера, здесь есть, Роберт Робертович, директор ликерно-водочного завода. Богатая организация, это кладбище подтвердит. Я сижу в приемной,
И, наконец, моя очередь, а он не один, и сидит один человек. Теперь могу сказать даже, его звать Владимир, директор завода. И рассуждает о голубях. Вот как у Бога все, мне нужно спонсора, его нету. Год за годом идет, и я везде езжу, ну никак нету. И он говорит, с Краснодарского края, так и называется, краснодарский голубь. Я, говорит, привез парочку, дорого, это стоит $1005. Долларов? И он улетел. А я сижу, у меня уши топориком сразу. Я и спрашиваю, как, каким цветом? Да коричневый. Грубо коричневый цвет такой. Но ростом поменьше маленько. Я говорю, у меня два дня один такой. О, да вы что? А покажите. Ну, показать я покажу, но отдать не отдам. Он мне самому понравился. Я его не упускаю, пока приучаю. У меня голубку одну полюбил. Уже женились. Он такой, ну прям пижон настоящий. Пиджин. Голубь по-английски. Приехал, посмотрел, да это он. Отдайте как-нибудь. А у него дети такие вот, рослые такие. Русоволосые где там, кажется, 3 или 4 сына. Они вам голубей привезут, 4 голубя сразу отдаю. Ну ладно, возьмите. Они пришли, голубей принесли такие вот. На ногах у них шпоры. Ну, они такие, что к зиме, я говорю, не погибнут. Они уже у вас в тепле, а мои-то закаленные. Он взял. А эта одна голубка сидит. Дня два прошло, он прилетел. Я никогда не видел, как встречаются голуби, потерявшие друг друга. Она голову наклонила, она клюв, вот так вот ее, ну, видишь, а целует, у нее губ-то нету. И она голову под него. Он, кажется, позвонил и говорит, улетел опять. Я говорю, так он у меня уже сидит, тут любуется. Я смотрю, представляю, такая любовь. Они встретились. Вот снимать-то не было где-то. Дал ногу, но еще если только один раз, я уже не могу отдать. Любовь и голуби. И он снова улетел. Вот дальше уже историю не буду говорить. Вот как в природе бывает, а через него, этого человека, я познакомился. Он говорит, у меня есть одна такая женщина, очень хорошая. Она добродетельная такая, директор. Я говорю, познакомь. Он познакомил. Мы с ней встретились, а там книжечки взял где-то. Вот уже лет, наверное, я не знаю сколько, но думаю, лет 13 она помогает. Больше мы не встречаемся. Два раза встретились. Теперь я весной только делаю список. Мне нужен 12 полных мешков по 50 килограмм первого сорта муки. Там видели, что стоит это. Масло растительное мне немножко нужно. 96 литров. Представь себе. И дальше. Сахар у меня нужно 150 килограмм. И вот она все выполнила, а сахару нету. Она посылает на пасеку, покупает 4 полных фляги, запломбировано, и привезли разгружать. Я не беру, я не заказывал, это же мед. Она велела отдать вам. Представь себе. И каждый год, и завтра, если Господь благословит, опять идем к ней. К ней, но только узнаем, как там дела обстоят. А потом отсюда электронной почтой, что мы нуждаемся. И присылает машину, груженную, только нет, с грузчиком приедет. И вот она посылает людей, сколько лет помогала, прислала в Потеряевку. Там они съемки вели, все. И чтобы меня сфотографировать с голубями. Видимо, голуби, если они на веревочке, и такие красивые, и мы, чтобы сидели с этой Серафимой Гавриловной. Сидели, и там и так фотографии, они готовили календари какие-то. А потом отвела, которая среди них главная, и говорит, вот она послала вам такое письмо. Ну, письмо, да, письмо, я разобрал ее. А там красненькими бумажками. По 5000. Я говорю, так это я должен платить? Нет, она сказала, вам лично в руки отдайте. Я дал. Это что за люди такие? Мы по ним поминаем на каждой, на молитве буквально, на каждой стола вылазим. Тут у нас Володя сейчас приехал, Кузьмин Николай Георгиевич, из Сургута, кажется. Да? Из Сургута. И он помогает. Аж картошку вместе вырастили, а в супу картошка. И мы его сразу поминаем. Вот как Бог делает. Завтра мы в это место пойдем. Кроме того, связь с типографией. Если все благополучно будет, то завтра будет заключен договор. Помоги, я стал молиться. Вот сколько? 100 экземпляров. 100, больше нам не потянуть. Наконец, дальше пошло. Эти книги уже пошли. Дальше 200 можем заказать.
250. Сделали заказ, вот там за миллион завалило, вернулись, где эти изданы были. Давай здесь, типографии, сколько узнавать, никак не идет. Опять к этим вернулись, давай помолимся и скажем, его Эдуард зовут, Васильевич, сбавьте нам маленько цену. Мы бумагу, ну другую, там дешевле есть как-то, и мы больше закажем. И теперь заказ у нас пошел на 500 экземпляров. И завтра на 500 экземпляров предоплата, предварительная, это 30% надо заплатить от общей стоимости. Речь, конечно, идет не о 2 рублях. И помолитесь, помоги, чтобы ничего не изменилось. Я согласился, и вот мне нужна была там для книг фотография. Вот, Надежда Александровна приходила, фотографировала меня здесь. 157, она говорит, побольше фотографий сделала. И только на книгу, на 4-ю книгу, обложку какую. И 4 тома. Если все, завтра мы тронемся с места. Долго готовили, собирали, проверяли, корректоры работали, там запятые, дефисы, все выискали где-то. Я надеюсь на вас, что вы поможете молитвой, чтобы Господь редакцию и всех, сестра это дело будет как раз устанавливать, с ними договариваться. Вот что сказать, Надежда Васильевна уехала, по-хорошему, матушка была. Батюшка говорит, она серьезно больная. Была здесь. Да, посадили машину. Володя купил настоящие бочки. Сколько литров, я не знаю. Ну, вот такой вот объем, вот такой высоты. И купил 10 бочек после масла. Ну, как их перевезти? А приехали на газели. Документы выправили на этого Николая Георгиевича Кузьмина. И загрузили все 10 бочек в нашу газель. Ну, и тут матушки, что ли, они купили коляску. Батюшка говорит, я сказал только, не просил, а уже сделали, запаковали, пришла, она торчала здесь. И ее погрузили. И 2 сестер погрузили. Я так рад, что уехали по-хорошему. Все. Вот это самая-самая последняя новость. И самая последняя новость, что было вчера. Мне на сердце лежит, спасибо, вот этот мост. Я как чувствую, что-то неладное. Вот такое у меня чувство. И мы каждый день ходим под мост и молимся. И потом я нашел фотографию. Раньше, когда делали железнодорожный мост, то первый поезд идет груженный, а под поездом все рабочие и архитекторы стоят. Если оборвется, значит, вам капут, чтобы больше не портили. И стоят рабочие, и над ними первый поезд груженный идет. Ну, здесь 3 движения туда, 3 с полосы и 3 обратно. И мы молимся. Я теперь стал смотреть, если не могли сохранить в Крыму, это мост-то какой, а это 942 метра, почти километр. То я посмотрю, с какой стороны легче всего добраться этому, который... Мы молимся, да не доедет человек, творящий злое. Я говорил об этом, и я не знаю, как узнали, или как милиция приезжала уже. Ну и я хочу написать, если Господь позволит, в КГБ и в УВД края. Что они должны сделать, чтобы сохранить? И ополчаться на 126-й псалом, 1 стих. Напрасно бодрствует страж, если Господь не охраняет его. Охраняет, но и человек должен не спать. Что он должен сделать? Я это, как будто я директор этого моста, я вижу натурально это все. Думаю, тоже пойти, если не завтра, то в следующий день. Помоги, Господи. Немалое дело. Повторяю, мы за Владимира Николаевича Баварина молимся каждый день 2 раза. Туда идем мимо и обратно. Если я буду с Богом, и он там, какая у нас радостная встреча будет. Его никто не помнит, но был и был тут новые люди. Ну, и я стал говорить вот, с редакцией, которая что напечатала статью. Кто может показать, чтобы с этим мэром города, он входил в 10 лучших мэров, по ручкам бились? Ну, может быть, ну, у меня-то поцелуем, мы целуемся. Это он помогли-то, приехали, вот это сдали-то, мы сюда въехали-то. Вот когда считаешь в Википедии, ну любого, смотрите, там Коршунов был, вот теперь был Карлин, там все написано. А у этого написано вероисповедание и рядом православие. Ни у кого я больше не встречал такого родителей. Так что я знаю, что он был верующий. И к нам был особо расположен, с любовью. И вызвать его Владимир. Когда будете молиться, там на своих родственников помяните его. Вот скажет, чем занимается человек? Ну, не подумайте, что это игра какая-то, это серьезно. Я серьезно это воспринимаю, даже эту встречу.
А с мостом мы молимся. Думаю написать. Написать, предупредить. Потому что я не просто смотрела, с какой высоты могут забрать, куда, с какой стороны. Я все осмотрел, все снимал, рассматривал. И нашел, где самые болевые точки. Скажу, тебе какое дело? А я не могу так сказать. Нельзя так, как сквозняк пролетел, нет. Это мост, через который проезжает ежедневно в среднем 20 тысяч машин. Тысяч! И они на такой скорости несутся, ну, больше 100 километров. Как, то ли такой уж асфальт хороший сделан или чего. Милостью Божией. Это уже его платным делали, а потом-то забунтовали, тут люди, демонстрации были сейчас бесплатно, туда и сюда. Ну вот и все. У меня завтра день буквально перегруженный. Новые люди приходят из разных даже регионов, готовятся на, ко крещению. Да поможет вам Господь ваше дело. Спаси Христос. Разрешаем. Дальше песнопение, как обычно, про трапеза занятия. Ангел вопияща благодать нечистая, Дева радуйся, и паки рекал радуйся, Твой Сын воскресит и дне винов гроба, и мертвые воздвигнувы люди веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися сегодня, Тебе чистая красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, всех начальствующих также посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милостивый Господи, прими нашу молитву воздяния рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и охраняющий его, как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Ибо и взываем о незаповедавших, отверзим двери примирения, дабы не приняли Твою жертву, ибо за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка жизни нашей, да слышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Я еще хочу сказать, в некотором царстве, в некотором государстве, среди родных оказался чужой. И очень большие неприятности. Вам не надо знать, где и что, просто помолитесь, чтобы Господь распорядился как ему угодно. Любовь Петровна. Любовь. Ты взяла Любовь Петровна? Да. Взяла. А Людмиле, а сестре Людмиле, помните это?